Мы подписали контракт в мае прошлого года с двумя очень известными и очень даже знаменитыми в этой области фирмами на Западе. Это две фирмы Tandem и ACI. Именно эти предложения рассматривали в 2021 году. И мы начали этот проект вместе с ними. Надо сказать, что у этих фирм, у них очень много достижений. Они внедрили 550 систем по всему миру таких на своем оборудовании и программном обеспечении. И 65% всех платежей с помощью электронных карточек в мире выполняется на их системах. 7 февраля этого года, 95 года, мы получили все оборудование процессингового центра, банкоматы, торговые терминалы, сами пластиковые карточки. Мы их изготовили 210 тысяч штук пластиковых карточек. Это ни много ни мало, 2,5 тонны груза. Сделали специальный чартерный рейс из Лондона. Наверное, впервые в истории Лондон-Магнитогорск летел самолет. Наши технические специалисты прошли обучение в Германии, в Соединенных Штатах, в Англии, даже в Южной Африке, поскольку там есть завод один по производству оборудования фирмы Philips. Вот. Ну и вот с конца марта система действует. Сейчас она в таком состоянии, что период бурного развития у нас сейчас мы проходим. Вот 5 банкоматов в Магнитогорске стоит, они оказывают довольно много уже услуг. Эти 5 банкоматов, даже мы их научили разговаривать на башкирском языке, выдают банкоматы наличные, выдают сведения по операциям, произведенным на банковском счету, выдают баланс и многие другие операции. Сейчас мы готовим к началу эксплуатации платежи по телефонам, покупка-продажа валюты, по коммунальным услугам и так далее. У нас очень довольно большие планы по части банкоматов с этим связаны. Вот, кроме того, установлено порядка 20, наверное, торговых терминалов. Ну, сейчас это главным образом они установлены в филиалах банка, где клиенты могут также получить наличные, вложить наличные, посмотреть свой баланс с помощью карточек. Вкладная книжка при этом не используется, она изымается у клиента при получении карточки. Ну и отдельная большая программа по магазинам. Значит, мы почти уже подготовились, наверное, на этой неделе будет запущен несколько первых терминалов в столовых комбината и нескольких магазинах. Сколько магнитогорцев приобрели уже карточки? В настоящее время это около 5000 человек, но каждый день у нас идет прирост 200-300 карточек. Никто еще в России никогда не выдавал пластиковые карточки столяварам. Вот мы это делаем. Конечно, А столевары-то берут, нет? берут, нормально все. И, кстати, со столяварами проблемы значительно меньше, нежели, скажем, ну, с технической интеллигенцией, скажем так. У нас был. Недоверчивая интеллигенция по природе, да? Они постоянно спрашивают, советуют, там, сомневаются в чем-то. А рабочий класс, он четко понимает свой интерес в этом во всем. Мы выпускаем дебетную карточку, которая работает с его расчетным счетом, и на которую он может получать там, вот, зарплату, там, страховку и так дальше. Мы выпускаем также карточки международных платежных систем. Это визу. Приступаем к выпуску MasterCard. Мы давно уже, где-то около года назад, делаем эмиссию STB-карт. Заключили контракт уже с Union карты, начинаем эмиссию этих карточек. У нас есть собственные карточки, семейные, корпоративные карточки. С сентября месяца мы планируем начать выпуск детских карточек. И, может быть, к концу года, когда накопится достаточная статистика работы со счетами клиентов, приступим к выпуску классических кредитных карточек западных. Так что планы обширные. Ну, я бы хотел сказать вам о том, что.